И всем привет! Сегодня я покажу, как скачать шрифт Cherry. Сначала мы заходим в Google. Так, и в поисковике мы записываем туда «скачать шрифт Cherry». Или какой вы там шрифт хотите. Допустим, CourtPlayed или там какие-нибудь еще. Так, спишем. «Скачать шрифт Cherry». Можно написать Cherry на русском, а можно и на английском. Я пишу на английском, чтобы сразу Google понял, что я ищу, потому что я один раз водила по русскому, и у меня не нашло. Так, первый сайт можете не заходить, потому что он не рабочий. Я уже заходила и проверяла. Там невозможно скачать шрифт, он не рабочий. А на этом сайте мы можем скачать. Так, мы листаем вниз и нажимаем «Я не робот», чтобы подтвердить свою личность. И нажимаем на кнопку «Скачать». Поскольку я уже скачивала, у меня показывает «Скачать файл» еще раз. Я скачала. И нажимаем «Открыть». У нас тут появляется кнопочка «Троеточие». Мы нажимаем «Поделиться» и нажимаем на «Капкут». У нас надпись «Шрифт загружен». Затем создаем видео и нажимаем «Добавить текст». «Шрифт» и «Добавить шрифт». И вот у нас появился шрифт Cherry. У меня до этого он был, но я просто скачала его, чтобы для видео показать, как это будет выглядеть. Ну а так, всем спасибо за просмотр.